22 июня – печальная дата в истории нашей страны. 76 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней. В день памяти и скорби в Курске, как и по всей стране, прошли траурные митинги. Александр Юров продолжит. Эта дата не была отмечена в календаре вплоть до 1992 года, когда 22 июня объявили Днем памяти защитников Отечества, а с 96-го – памяти и скорби. По всей стране зажигают свечи, к военным памятникам несут цветы. Тогда, в июне 41-го, никто в огромной стране и подумать не мог, что война продлится так долго. Мы всегда были готовы к тому, чтобы и песни пели, и все, что мы разобьем противника, кажется, в первых же боях. Ну, не получилось так, что, потому что противник был настолько силен, настолько подготовлен, который за 40 дней покорил все страны всей Европы. Нашей стране потребовалось 1418 долгих дней, чтобы ценой невероятных потерь одержать победу. Великая Отечественная война – та часть истории, которую ни при каких обстоятельствах нельзя забывать. Можно все делать для того, чтобы наше государство было мощным, великим, сильным, всегда имело возможности и ресурсы для не то, что защитить свою территорию, а дать повод даже всем недругам даже не подумать о возможности нападения на нашу территорию. Александр Юров, Антон Латышев, телеканал «7».